Приветствую всех на канале, сегодня будет обзор на игру Shredders на Xbox Series S. Весит данная игра 10,2 гигабайта, доступна по подписке Xbox Ultimate. Поехали! Кто не знает, что это за игра, это игра-симулятор сноубординга. Будем кататься сейчас на сноуборде, наблюдать красоты, горные красоты и пейзажи. Будем пытаться делать какие-то трюки, да и вообще заценим эту игрушку, как она работает, насколько хорошо она оптимизирована на нашей любимой консоли. Полетели! Все трюки в этой игре выполнены инди-разработчиками видеоигр, так что в целях безопасности не пытайтесь повторить их в реальной жизни. Хорошее предупреждение, но нужно быть супер уникальным человеком, чтобы пытаться повторить трюки из видеоигр в реальной жизни. Ну, мне кажется, такие тоже находятся, поэтому это предупреждение недаром сделали люди. Игра оптимизирована под консоли нового поколения. Поехали. Так, ух ты, нас сразу же бросает фрирайд, сразу можем кататься. Давайте для начала заценим настроечки, что здесь можно сделать. У нас есть выбор карты, есть сюжет, есть фрирайд, то есть можно кататься как в сюжетку, можно кататься как с другими игроками, свободное катание, можно делать какие хочешь трюки, можно сделать несколько зон. Frozen Wood, какой-то замерзший лес, перевал Петров, Элизиум, Корва, то есть различные еще карты есть. Также есть тип стартовой позиции задания, выбрать Индии 540, так, то есть различные режимы есть. Есть персонаж, есть кастомизация персонажа, также ваша статистика, вот, например, общая дистанция 6 километров, рекордная скорость 75, то есть показывает то, что вы накатали, вашу статистику, ваши достижения. Это повторы, многопользовательская игра у меня включена, открытые, управление, настройки, язык русский, карта, так, а подожди, давайте настройки еще раз поподробнее. Геймплей и звук, то есть никаких настроек быстродействия, никаких настроек графики у нас нету, все максимально просто. В принципе все, полетели, посмотрим на нее. Первое впечатление реально красочное, красочная графика, прям красиво это все выглядит. Прям снежные такие вершины, прям максимально реалистично выглядит. Можно делать какие-то вот такие трюки, я конечно в этом деле нуб, но я думаю, если поучиться, наловчиться немножко... понять, как это все работает, можно что-то здесь и даже делать. Какие-то трюки, так. Ну вот, к примеру, какой-то прыжок. Блин, круто. Он так круто рассекает по этим горным вершинам, что кажется, как будто в жизни это так же легко. Но на самом деле нет, ребят. Это все намного сложнее. Так. Напишите в комментариях, кто из вас умеет кататься на сноуборде. Интересно услышать ваше мнение. Может, среди моих подписчиков есть такие люди, которые умеют делать... такие трюки в реальной жизни, это прям круто. Воу, воу, бэкфлип. Единственный трюк, который у меня получился, и после которого мой персонаж встал на ноги. Воу, еще один что-то. Так, и сразу упал. Блин, слушайте, реально круто играется, прям по кайфу. Прям по кайфу. Картинка неплохая, прям вот эти следы на снегу остаются, они прям супер реалистично выглядят. Мне нравятся горы. Да, если всматриваться прям далеко, то там немножко мальцо видно, но в целом, типа, картинка прям очень достойная. Очень достойная. Головой вниз просто. Вот это трюк. Вот это трюк, я понимаю. За пределы трассы. А нет, тут тоже можно кататься. Блин, она прям большая, эта карта. Она прям большая. Так, как вернуться, вот. Нужно поучиться еще этим прыжкам. А в целом, прям впечатление у меня очень позитивное. Реально круто выглядит, ребят. Реально круто. Вот такие вот можно разные развороты делать. Что только нельзя. Давайте сюда запрыгнем на это перила. Нет? Блин, не достал. И опять на жопу попадает. А сюда? Оу, блин, почти. Слушайте, реально круто. Так, давайте назад. Еще раз. Ну, коснулся, ну, коснулся немного. Так, до первого раза, мне кажется, нормально. Так, это что, мы уже приехали на начало этой трассы, я так понимаю, да? Или дальше можем куда-то ехать? Да не, все, мы съехали вниз уже. Что дальше? Что дальше? А, это подъемник, подожди, давайте подъемником воспользуемся, обратно поднимемся вверх. Круто, все, прям реально круто. Прокатился себе, вернулся на подъемник и обратно поднимаешься на вершину. Оу, май. Вот это было круто. Вот это было круто, ребят. Давайте еще раз. Ой-ой-ой. Нет. Куда меня занесло? Она реально прям круто выглядит, эта игра. Если любите вот сноуборд,
лыжи, и вам нравится играть вот подобного рода игры, типа, однозначно крутая, мне кажется, одна из лучших в своем жанре. Так, подожди, как нам вернуться обратно на трассу? Вот, все. Ой, чё ж так? Не, давай еще. Да ну, как съехать отсюда? Все. Вот, тормозить, все, я понял, как тормозить теперь, наконец-то. И давай сюда, в эту сторону, чё ты? Тут столько снега, что он просто не может никак выехать. О, сейчас нормально, все. Еще немножко нужно разобраться с этим управлением. И тогда вообще отлично будет. Самое главное — научиться тормозить. Так, давай туда вперед, чувак. А здесь, видите, склоны, он не может просто подняться. Хорошо. Вот. Мы пролетели просто это все добро. Ладно, нормально. Идем, идем, идем. Ух ты! Блин, ну почти. Давайте сюда наверх. О! Отлично получилось. Ну, неплохо. Неплохо, слушайте. Реально круто, ребят. Если вы ищете что-то подобное, вот игру, какой-то симулятор сноубординга, покататься по заснеженным вершинам, однозначно рекомендую. Прям реально круто выглядит и круто играется. Можно играть как с друзьями, так также можно играть в сюжетный режим. То есть каждый для себя найдет что-то свое. Оптимизация прям отличная. Никаких лагов, ничего нет. Максимальное срабатывание. Input лага нету. Это прям очень важно в подобного рода играх, потому что здесь трюки зависят от вашей скорости реакции. Давай. Я не достану. Ну круто, слушайте, реально круто прям. Мы делали обзор на канале, кто не видел, на Descenders. Там было... симулятор типа катания на байке по бездорожью, на байке, на велосипеде в смысле. Вот там тоже прикольно было сделано. И здесь прям вот в плане сноуборда тоже суперски сделано. Что картинка, что геймплей сам типа реально круто сделан, ребят. Реально круто. Давайте запрыгнем на это перило. Ну брат, что ты? Давай еще раз. Можно перематывать, это прикольно, что можно перемотать обратно и попробовать еще раз трюк сделать. Воу. Вау. Наконец-то что-то получилось. Класс. Реально круто сделано. Мне прям зашла, ребят. Класс. Я не думал, что эта игра будет настолько хороша, честно вам скажу. Честно вам скажу. Давайте еще разочек прокатимся, и, в принципе, можно будет делать какие-то выводы. Так. Единственное, непонятно, почему мы не можем... Этот подъемник... Нужно прям к нему подъехать, что ли? Да, все, отлично. Полетели. Полетели, ребятки, еще раз. Есть различные миссии, обучение различным трюкам. То есть здесь каждый найдет для себя, чем заняться. То есть изучить какой-то новый трюк. Посоревноваться с друзьями, у кого лучше получаются трюки. Поиграть в сюжетные какие-то задания, там, пополнять. Тут фишка в том, что когда вы научитесь делать какие-то трюки, у вас будет получаться целая... серия трюков. Это будет намного интереснее, чем как я вот сейчас ездить и падать, не понимая, что вообще происходит. Когда у вас получится трюк, типа, это будет намного интереснее. И у вас будет появиться какой-то азарт. Повторить это еще раз, сделать какую-то красивую серию. Блин, смотри, пока я разговаривал, два трюка подряд сделали. Два сальта этих бэкфлипа. Ну, реально круто. Слушайте, реально круто играется. Давайте еще раз, хоп. Вау, мне нравится. Мне нравится, реально круто. Это, знаете, есть игра еще скейт, нужно будет, кстати, тоже обзор сделать. Скейт, где ты катаешься на скейте, там вот тоже симулятор трюков. А здесь чисто про сноуборды, и реально круто сделана эта игрушка. Прям мне нравится. Зайти даже вот этот фрирайд, покататься чисто с друзьями, прям оно того стоит. Тем более она из подписки, покупать ничего не надо. Все доступно в подписке. А еще раз. Ну, блин. Нужно, видите, просчитывать время и высоту для того, чтобы вы могли сделать, удачно завершить этот трюк. В принципе, игра достойная, реально рекомендую попробовать. Любителям жанра эта игра точно зайдет. Классная картинка, классный геймплей. Ставьте лайки, пишите комментарии, а также не забывайте подписываться на мой канал и прожимать колокольчик для того, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока.